Мешает реклама, нажмите крестик. Всем привет. Всем привет. С нами Антон на канале. Как интересно, так сегодня вечером уикенд, там пятница, сегодня воскресенье, вот после работы люди, как они отдыхают, у них немножко, ну, вот, мы сидим, допустим, там в бар, там кафе, там, вот идем, вот или там. Ну да, ну вот, допустим, у них такие интересные, хотел бы показать. Кафешки, где можно покушать и выпить прямо на улице, у дороги, прям так вообще, ну, чисто в тайском стиле, на посуде посидеть, вот, и пообщаться там прям на асфальте, так, в дороге. Так что, ну, сейчас я вам покажу. Давайте посмотрим. Вот, смотрите, такие столики. Такие столики, такие вообще, ну, такие вообще сидят, ну, молодежь сидит в основном, вот прямо у самой дороги большой, вот, они прямо рассылают так по ссылке, маленькие столики, вот, и палочки, и всякое, можно поперчить. Ну, там перец красный есть, соль, этот соус острый, вот, и уксус, по палочке, вот. И, ну, вот, в общем, такая лапшу можно заказать, вот, это все перемешать. Вот лапша там у них подается с чипсами, чипсы делаются тоже из всякого там, ну, свинины в основном, тоже из мяса еще какого-то. Вот. И... да. Вот, смотрите, стоит 40 и 50 бат. То есть это по-нашему в рублях. Где-то примерно 80 рублей и 100 рублей. Потому что, к сожалению, курс до рубля упал, да. Теперь все в Таиланде стало в два раза дороже. Вот. Так кладут овощи. Овощи немного кладут. Вот. Там. Ага. Орешки кладут. Вот. Ну, в общем, нормально здесь так кушают. Китайцы очень любят эту лапшу такую. Много ли очень любят перченой лапши. Вот еще. Так это. Сидят в компаниях на выходных. Вот. Вот уже поели. Осталось много вот так вот. Палочек, лапши. Вот, всего-всего. Видите, очень темное, потому что красный бульон. Перчат очень сильно. Вот. Перчат. Вот, любят очень острую еду, поэтому если будете в Таиланде, говорите, что вам не пной, чуть-чуть поперчить. Вот. А так, смотрите, вот и что тайки лапшу едят. Смотри как. Вот еще. Арой! Арой, Макма! Арой! Супер, супер! Арой! Че? Нарак! Че где краб? Welcome! Фаранг-тинтонг. Фаранг тинтонг. Пом фаранг. Тинтонг. А? Кинлео?
О, майка попунка. Ар, айна. Пак, пак, чинай. Помпаса не дной тай. Пом майко цай. Помпаса не дной тай. Пом майко цай. Майко цай. Майко цай. Майко цай. Пак, чинай. А, чинай. А, мэру. А, мэру. Ест. Ай. Вот, продолжаю снимать. Вот, познакомился, пообщался с тайками. Немножко отвлекся. Вот. Ну вот так вот, в общем, люди кушают. Такой вот простенько, прямо у дороги можно положить корички, такие подсилочки. Вот, приправочки, заварить лапшу стеклянную, прозрачную, в горячем кипяточке, вот, и там положить туда шарики мясные, там, или рыбные, или свиные, добавить немножко овощей, вот, и вот вам будет такая лапша, вот, тайский, вот, такая очень, очень традиционная. Вот тайцы ее любят, вообще почти везде в Таиланде такую едят. Вот, именно чтобы было поперчее, вот, поострее, все такое. Вот. Такие вот дела. Такое сегодня в Бангкоке ночь. Все, люди кушают, пьют. Ну, как говорится, живут в матрице, да, и не осознают, а их души, их души, да, как клетки в теле, да, большой-большой оболочки. Ну ладно, что-то я отвлекся. Вот, вот такая вот еда стоит, нашим, как я вам говорил, 30-40 бат это в Паттайе, здесь 40-50 бат в Бангкоке. Вот, ну, в общем, по-нашему, по-русски 80-100 рублей. Вот такая вот суп питательный. Вот, да, можно его наесться, но я думаю, вам на полдня точно хватит. Вот, что такие дела. Вот. Так что все. С вами был Антон на канале Антон Фриланс в Бангкоке. Сегодня у меня был кастинг. Завтра я поеду на кастинг. Вот, поэтому я сегодня остаюсь в Бангкоке. После завтра поеду на кастинг. Ну, все хорошо вам. Счастливо. Пока. Да.